Так они же сами шарики выбирают. Костя выбирает Оле шарик. Костя, лучше другой дари. Ромчик, Ромчик, слышь. Каждый день носить тебя по полчаса на руках буду я. За кофе, который Костя будет подавать в постель. Причем Костя ей предлагал розовенький шарик, отказалась, выбрала другой. А ну бери розовый, Костя. Да не, бери голубой. На рыбалку голубой мне не нравится тебе. Все равно придется тебе его лучше. Да они ничего не будут в этом шарике делать. Давай лопай голубенький шарик. Это, видимо, был такой бракован. Это те, кто надувал, постарались. Не-не-не, там все в порядке. Выбирай следующий шарик. Печь там ты, а также их съедать буду я, облизывать пальчики, сырки, глотать ты. Кулинаром у нас будет в этой семье Костя. Оленька, твой последний шарик. За это и вы. Не зря финансовый директор. Ну что, ваши аплодисменты. Вот так распределятся обязанности в этой семье. Сергей, любимый ваш родитель. Я вас люблю за то, что у нас есть. Я вас ценю за то, что вы с нами вместе. Я вас уважаю. И всю жизнь буду вам благодарен за то, что вы родили нас на этот свет. А там мы уже дальше продолжим сами. Ворик. Спасибо вам большое. Коль в огне свеча горела, в дом ходили гости смело, мимоходом на часок заглянуть на огонек. Утром, днем или в ночи огонь всегда горел в печи. Ждала путника еда. И обычай этот древний есть у нас. Коль замуж провожала дочь родную, лучину ей вручала смоляную, вовеки, чтобы род ее не сгас. И сейчас из рук матери в руки дочери переходит свеча, символ очага дома. И вместе со свечой танцуйте танец влюбленных, танец для двоих. Ура! 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 Ура!
пришла пора. И делает это свекровь, мама вторая, родная кровь. Слева я, а справа ты.